Торжественно вручаем грамоту участника первой ежеквартальной мультидисциплинарной школы. Первый раз посвященный диагностике и лечению рака молочной железы вручается Зандаряну Артему Машиковичу. Ура! Маштар Ксении Петровне. Карамурзаеву Исламу Абдулатиповичу. Даниловой Дарье Михайловне. Мягчевой Марине Анатольевне. Грива Роману Анатольевичу. Мамлиевой Юлии Юрьевне. Дубовиченко Дарье Михайловне. Швед Нине Викторовне. Выборновой Оксане Владимировне. Коробейниковой Екатерине Александровне. Осипову Михаилу Анатольевичу. Лошкову Александру Александровичу. Да. Надо открывать, но конечно. Ну, если честно, обсуждение было очень непростое. Вот нам было очень нелегко выбрать победителя, потому что очень много интересных было сообщений. С небольшим перевесом голосов. Видимо, голоса были последние очень тяжелые. Победила Мягчева Марина Анатольевна. Ура! Надо вписать. Мы подпишем диплом. Мы вас поздравляем. Поставьте это на рабочий стол. Скажите, что...
Внимательно. Помимо этого фантастического хрустального приза, вы еще, добавок всего, награждаетесь двухнедельной стажировкой в рамках Национального медицинского исследовательского центра по специальности онкология имени профессора Николаевича Петрова. Ну, судя по всему, в отделении патологической анатомии с прозектурой.